В эфире канала ПС, программа «Городские подробности», в студии Артемий Заварзин. Здравствуйте. И для начала коротко о главных темах выпуска. В Архангельске завершается дорожный ремонт. В плане десятки адресов в нескольких округах города. Реконструкция стадиона ДЮСШ номер 6 подходит к концу. Задача ближайших дней – ремонт трибун, средства на которые выделены из городского бюджета. 27 домов поморской столицы в этом году капитально отремонтируют за счет городского бюджета. 90% работ уже завершены. На контроле городской власти – качество работ. Коллектор на улице Вуйчейского будет отремонтирован и обеспечит стабильное водоотведение нескольких кварталов Архангельска. Как проходят работы, проверил исполняющий обязанности главы города Святослав Чиненов. Тарифы вырастут, льготы останутся. Муниципальное предприятие «Гурбани» повышает цены на свои услуги. При этом специальные условия для отдельных категорий граждан сохранятся. В Архангельске завершается большая дорожная модернизация. 15 километров автомагистралей уже отремонтировано в этом году. На этой неделе новый асфальт появился на улицах Суфтина, Бадигина, Самойла, съезде с Кузнечевского моста и самом протяженном участке – проспекте Советских космонавтов. 3000 квадратных метров – такова площадь съезда с Кузнечевского моста со стороны Соломбалы. Участок обновляется на средства, сэкономленные при проведении аукционов на ремонт дорог. Подрядчик приступил к работам по графику в понедельник. Проблем с материалами, с битумом, с асфальтом нет? Проблем никаких нет. Вся техника своя? Техника вся своя. Своя. Ну, отлично. Погода дорожникам не помешала, работы на участке закончились спустя два дня. Оперативно обновляется асфальт и на проспекте Советских космонавтов. От улицы Воскресенской до Садовой ремонт уже завершен, а значит, будет более доступным подъезд к важным городским объектам, среди которых и налоговая инспекция. По заказу мэрии сейчас активно ведутся работы по ремонту дорожного покрытия и тротуаров возле здания инспекции. Поэтому инспекция по городу Архангельску выражает благодарность руководству города. Федеральная налоговая служба по городу Архангельску является, скажем так, главным федеральным органом, который работает над пополнением дорожного фонда города Архангельска, что способствует выделению финансовых средств и выполнению своевременно работ по текущим ремонтам уличной дорожной сети города Архангельска. На проспекте Советских космонавтов асфальтоукладчик уверенно движется в сторону улицы Гагарина. Вплоть до нее и будет обновлена дорога. Выравнивающий слой или сразу же? И выравнивающий сразу. И идем, основной, да? Закатываем сразу основной потом. Завтра следующий. Сколько участок. Вообще, вот, погода хорошая, условно, сколько вам времени надо завершить вот этот участок? 8-10. 8-10, немного? Ну, это вместе с перекрестками, на это время много. По прямой дня 4, да? Хорошо. Всего на обновление дорог Архангельска было направлено 250 миллионов рублей. Второй этап ремонта автомагистралей стал возможным благодаря дополнительным средствам, выделенным из областного бюджета главой региона Игорем Орловым. Сейчас этот этап у нас завершается. Средний процент готовности, я думаю, что у нас приближается к 90%. Осталось у нас два, наверное, основных объекта. Вот один из крупнейших объектов, да, он, в принципе, и в первом, и во втором этапе. Большая сумма, это свыше там 24 миллионов рублей. Это проспект Советских космонавтов. Процент выполнения на данном объекте свыше 50%. Учитывая погодные условия, подрядчик принял решение работать по продленной схеме. Технический надзор на месте, то есть процесс работ контролируется. Помимо автополотна на проспекте Советских космонавтов, подрядчик обустроит бортовой камень, а также нанесет дорожную разметку и подходы к перекресткам, чтобы сделать проезд автомобилистов удобным, а пешеходные переходы безопасными для горожан. Завершается в поморской столице реконструкция стадиона ДЮСШ номер 6, что в Северном округе. Накануне ход работ на спортивном объекте проверила заместитель главы города по социальным вопросам Ирина Орлова. Этому проекту нет аналогов ни в городе, ни в регионе. Площадь 20 тысяч квадратных метров, стоимость больше 100 миллионов рублей. По предложению губернатора Игоря Орлова, объект получил финансирование в рамках федеральной программы строительства спортсооружений. На таком стадионе можно проводить тренировки с апреля по октябрь. Основная часть строительных работ уже выполнена. Помимо легкоатлетов и футболистов, стадион откроет двери для любителей тенниса и даже тяжелой атлетики. За спортивными баталиями смогут наблюдать и зрители. Муниципалитет выделил почти 17 миллионов рублей на капитальный ремонт трибун. Однако подрядчик, строительная компания «Бизнес-строй плюс», график выполнения работ не соблюдает. Казалось, что много демонтажа, который вручную приходилось демонтировать. Так. Много тех работ, которые мы не планировали, но их надо было выполнять. Это имею в виду, что делать опоры, выгребать мусор вручную, это все хозяйство вывозить. Вот фундаменты залили, самое, которое серьезное, необходимое на объекте, фундаменты. И теперь у нас выходим наверх, вышли. Это штукатурка и кирпичная кладка.
Пока работы выполнены только на треть от всего объема. Среди причин отклонения от графика – нехватка специалистов. Подрядчик обещает вот за ближайших 3 дня увеличить количество работников, механизировать труд, потому что сегодня мы видим, что работы выполняются только вручную, а это, конечно же, тормозит выполнение контракта. И надеемся, что все-таки подрядчик услышит мэрию города Архангельска, услышит заказчика и услышит строительный надзор, и работы будут выполняться вовремя, в срок. Конечно, есть особенности уже теперь связанные с погодными условиями, но подрядчик сегодня гарантировал, что будут проведены утеплительные работы и все-таки контракт будет выполнен. Как утверждает подрядчик, реконструкция трибун завершится к концу октября. Ход строительных работ находится на ежедневном контроле. В ходе рабочей поездки исполняющий обязанности главы города Святослав Чинюнов побывал в Ломоносовском округе. Там он проинспектировал ход капитального ремонта деревянных домов, которые муниципалитет проводит в рамках исполнения судебных решений. Двухэтажный деревянный дом номер 70 по улице Ваучейского был построен полвека назад. Если кровля за это время обветшала не сильно, то вот свайные основания требовали срочной замены. Подрядчики установили около 100 новых городков и отремонтировали цокольные перекрытия. В принципе, сделали хорошо, ребята, хорошая бригада. Бригада подрядчика трудится и в доме номер 7 по улице Суфтина. Здесь также будет заменено свайное основание и обновлен цоколь двухэтажки. Сейчас решается вопрос о дополнительном ремонте помещения теплового узла. Там... разрушены стены, попросту сгнили они, поэтому нужно их заменить. Святослав Чинюнов поручил проработать этот вопрос. Главное – успеть до зимних холодов. Собирайте своих специалистов, значит, правовая оценка и заключение эксперта. И вперед. Без замечаний ремонт проходит и в доме 86 по улице Ваучейского. Здесь уже полностью перекрыли кровлю, ведется замена свай. Всего из городского бюджета на капремонт деревянных домов в этом году направлено более 100 миллионов рублей. В плане 27 объектов. На данный момент средний процент выполнения, скажем так, около 80%. У нас есть уверенность, что работы будут все выполнены в срок. И основная задача, которая сейчас стоит перед управляющими компаниями, перед подрядчиками, в период начала отопительного сезона не допустить нарушения оказания услуги теплоснабжения, водоснабжения и электроснабжения. Основные виды работы – это, конечно, свайное основание и кровли. На следующий год мы также планируем на эти цели направить более... около 100 миллионов рублей. На контроле мэрии качество капремонта. Его оплата подрядчику будет произведена тогда, когда специалисты технадзора проверят выполненные работы. На сентябрьской сессии депутаты Гордумы поддержали предложение мэрии Архангельска о выделении средств на ремонт коллектора, который расположен на улице Ваучейского. Он отвечает за бесперебойное водоотведение в нескольких кварталах города. На этой неделе к работам на магистральном коллекторе приступил подрядчик. Коллектор протяженностью более 2 километра был проложен на улице Ваучейского еще в 70-х годах прошлого столетия. За это время песок и грязь значительно засорили канализацию. Процентов 95 проходимости нету практически. Мы берем, опускаем лосос и откачиваем вот этот песок. Ручной труд специалисты совмещают с машинным. Гидродинамическая установка подает воду под давлением в 300 атмосфер. Тем самым время прочистки коллектора значительно сокращается. Подрядчик, московская компания «Промсервис», с архангельскими системами водоотведения работает не впервые. И с водоканалом, и с мэрией, да, сотрудничаем вплотную. Иногда бывают сложные участки у них, которые техники не могут позволить. А наша установка, она хорошо... Производительность какая? Идем ведь до набережной Северной Двиновой, да? Да. Значит, сколько времени понадобится? Значит, мы теоретически заложили 45 дней, но если будут какие-то сложности, до 50 дней мы этот участок вычистим. На ремонт коллектора из городской казны направлено более 7 миллионов рублей. Этот коллектор, он считается магистральным, на него работает вся центральная часть города Архангельска. Все коммуникации, которые расположены по Троицкому проспекту, по проспекту Советских космонавтов, Обводный канал. Мы сейчас проводим определенные мероприятия, связанные с подготовкой к зиме. И прочистка, такая капитальная такая прочистка этого коллектора, она позволит нормализовать водоотведение с указанных территорий. То есть мы надеемся, что даже вплоть до тех грунтовых вод, которые у нас образуются по весне или в период обильного таяния снега, обильных дождей, данные территории, эта проделанная работа позволит обеспечить, как качественное, повторяюсь, водоотведение
всех стоков на центральные очистные сооружения города. Качество ремонта коллектора проверят специалисты технического надзора. Только после их положительного заключения подрядчику будет произведена оплата выполненных работ. К другим темам. С 15 октября повысятся цены на услуги предприятия «Горбани». Причина перемен – подорожание топлива и энергоресурсов. При этом льготные тарифы продолжат действовать. Тарифы на услуги городских бань не поднимались с марта 2013 года. В среднем на одну помывку муниципальное предприятие тратит 285 рублей. Горожанину даже после повышения цен посещение парной обойдется в 205 рублей. Мы пока держались, насколько могли, на прежнем уровне, да, чтобы наших дорогих посетителей, скажем так, вот, не отпугивать и привлекать. Но есть такие аргументы, как повышение, соответственно, тарифов на электричество, на воду, на тепло, вот, которые из года в год поднимаются. Вот, и мы дошли до того момента, когда просто вынуждены действительно поднять тарифы. В год 19 подразделений МУП «Горбани», расположенные во всех округах Архангельска, обслуживают около 300 тысяч человек. Предприятие оказывает услуги не только жителям неблагоустроенного жилфонда, но и всему населению Архангельска. Меня устраивает вполне парная, тут моечный зал. Все всегда чисто. Я не знаю, я хожу на первый пар всегда. И цена меня устраивает. А после того, как тарифы повысятся? Они повысятся, я считаю, что это приемлемо, нормально. Льготно, если 150 рублей будет. В городе нет такого льготы до 150 рублей. Половина посетителей городских бань пользуется льготным тарифом. С 15 октября он составит 150 рублей. Помыться без пара льготники смогут за 80 рублей. Ежегодно из городского бюджета мэрия выделяет более 40 миллионов рублей на возмещение убытков, связанных с оказанием банных услуг. Надежная работа банного хозяйства не только позволяет жителям Архангельска проходить приятную и полезную процедуру, но и обеспечивает санитарно-гигиеническую безопасность населения города. Вот такие новости на этой неделе. Всего вам доброго. Увидимся.